Всем привет! Начинаю новый влог. Еле выложила влог с покупками. Что-то никак у меня не хотело загружаться. Раз 15. Просто очень много почему-то это видео весело. В общем, вчера до часу ночи запаковывали подарки с Ренатом. Ну, еще не все запаковали. Это вот на Новый год, кто у нас будет именно. А уже на Рождество, с кем мы увидимся, докупим бумаги. Не хватило, запакуем. Вчера вам забыла поснимать. В общем, Арина сама делала открытки тоже. Писала, я ей написала буквами, она с Новым годом, она все переписывала, старалась. Умница, сама, все сама делала. Мы в этот раз решили, чтобы не было помощи. Я даже не ожидала, что она такая у меня умничка. Сама все клеила, пусть чуть-чуть реснички я подрисовала, так. Вот, вырезались цветной бумаги, раскрашивала она. Буква «Д» у нее, конечно, очень интересно выходит. Но дело в прописях, мы учимся писать там по точечкам, ведешь все получается, а так, просто смотря на буквы и переписывая их, я считаю, она огромная молодец, у меня горжусь ей. Это снеговичок какой-то. Вот елочка. В общем, молодец. Завтра у них елка в саду, нас наконец-то выписали, в субботу нас выписали, оденем платье, которое шила ей моя тетя, она мне шьет, и бархатное платье, такое красивое, все это она вручную вышивала, как это, бусинки, стразики, такая у меня Ариночка будет снежинка. Стих будет рассказывать, так как мы должны были быть танец снежинок, но она пропустила, 2 недели нас в саду не было, все репетиции. Мы дома просто самостоятельно выучили стихотворение. Хотела вам сказать свое мнение относительно масок вот этих, которые в покупках показывала. В общем, я, когда открыла эти маски, распаковала, в каждую маску добавила вот это мое репейное масло с красным перцем. Вот. Ну, способствует росту. Все взболтала хорошенько. И сегодня нанесла вот эту маску, когда помыла голову на влажные волосы. Надо было на 10 минут. Уж не знаю, от репейного масла моего с перцем или вот в составе маски находится горчица. У меня так жгло кожу головы. Это просто адски. Я, конечно, 10 минут не выдержала. Но после мытья такие, на голове такая приятная сейчас, как будто прям... Почистилась, что ли, очень хорошо кожа головы до блеска, и сами волосы не пересушены, мне очень нравится эффект. Посмотрим, что будет там через месяц использования. Детишки. Девчонки и мальчишки, здравствуйте, родители. Thank you.
Дед Мороз подарил по Лего, по Киндеру. Еле собрали 5-12 такие мелкие детальки. Ноутбук. Девочка, у тебя доска упала, поправь. Угу. В общем, вот такая штука. Мам. А ты куда приехала? Зубки лечить? Ой, умница. Играйся, пока. Девочки, наконец-то, он поругайте меня, я жру как слониха, всякие неполезные вещи, ой. Чтоб мне хватило силы воли после праздников восстановиться, пойти заниматься и сесть на правильное питание. Я просто как лошадина пожираю все. Андрюха, не могу остановиться, да, дочь? В общем, я вышла из душа, помылась вся, решила сделать вот эту маску. Первый вердикт, то, что она очень трудно у меня открывалась, пришлось еле-еле ее как-то вытаскивать. Вот, она мокрая-мокрая, то есть влажность настолько, что у меня все одеяло мокрое, пока доставала ее, разворачивала. Запах приятный, такие люблю, не очень навязчивый. Понюхать. Понюхай. В общем, интересно, посмотрим на эффект. Вот. Выступает Арина Пингвинчик. Я Арина Пингвинчик. Кто ты, Алина? Ариша. Молодец. Я Ариша маленький пингвинчик. Но я люблю всегда плыгать и свою. Что ты любишь? Плыгать? Прыгать. Молодец. Я люблю умер и цветок. Прыгать. И даже маму свою любить. Моя зайка, и я тебя люблю. В общем, у нас умер цветок, мы его и пересаживали, и что только не делали, землю удобряли. Я маленький такой пингвинчик. Ладно, дочь, давай прощаться со всеми. Уже увидимся на новогоднем влоге, да? Да. Ну, говори всем. Пока. Пока.